напившись, литераторы немедленно начали играть. Расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал играть. Сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось. Потом вернулось, но с тупой лой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с патриарши. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал, что это со мной? Этого никогда не было. Сердце шалит, я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск. И тут знойный воздух сгустился перед ним и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатые кургузы и воздушный же пиджачок. Гражданин ростом сажень, на плечах узок, худ неимоверно и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более бледнел, он вытаращил глаза и в смятении подумал, этого не может быть. Но это, увы, было. И длинный, сквозь которого видно гражданин, не касаясь земли, качался пред ним и влево, и вправо. Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца. Фу ты, черт! Воскликнул редактор. Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, отмахнулся платком и произнеся доброе бодрое «Ну-с, и так!» и повел речь, прерванную питьем абрикосовой.